Алексей Алексеевич Харламов, так же как и другой русский мастер салонного портрета Лемон Юрий Яковлевич, предпочитал жить в Париже, где с успехом конкурировал с Бонна, Кабинелем, Каролем Дюраном, Винтергальтером. В 1870-е годы он написал серию портретов, значимых в культурном пространстве эпохи личности, певицы Полины Виардо Гарсия и ее мужа, историка литературы и искусства, художественного критика Луи Виардо, писателей Тургенева, Альфонсо Доде, профессора гравирования Пожалостина, певца Спасского, коллекционера Онегина и другие. Именно с портрета Полины Виардо началась слава Харламова-портретиста. Эмиль Золя воспринял участие Харламова в салоне 1875 года как дебют крупного таланта. О Харламове восторженно отзывались Тургенев, Бабарыкин. В то время как для Стасова, Крамского, Репина Харламов оставался явлением чуждым русскому искусству. О портрете Третьякова Стасов писал Тургеневу в 1875 году. Насчет портрета Третьякова нет тут ничего сколько-нибудь важного и примечательного. Французская манера и рутина. Аламбанат. Из маленькой субтильной мадам Третьяковой состряпал вдруг какую-то бабелину с великолепными плечами, грудью и руками. Бог с ним, с этим французистом Харламовым. Пусть себе живет в Париже и перещает французов. Здесь он не годится, здесь требуется совсем другое. Аналогичного мнения придерживался Крамской. Что касается до Харламова, нам он скоро надоест. У нас еще нет публики настолько воспитанной, чтобы давать славу за свою манеру, за одну специальность. Вызвавший такую бурную полемику портрет Елены Андреевны Третьяковой был написан в Париже по заказу ее мужа Сергея Михайловича Третьякова, одного из основателей Третьяковской галереи, мецената, коллекционера европейской живописи, младшего брата Павла Михайловича Третьякова. Дочь Павла Михайловича Третьякова, Александра Павловна Боткина, называла Елену Андреевну девушкой образованной, оригинальной красоты, с примесью греческой крови. Она вспоминала, что та имела изумительные покатые плечи, бледное, чуть одутловатое лицо, тяжелый жгут волос на затылке и крошечные руки, которыми очень гордилась. Елена Андреевна очень любила музыку, дружила с Рубинштейном, в ее доме часто давались концерты. Черты Третьякова запечатлены Крамским в образе молодой женщины в белом платье в картине «Лунная ночь», приобретенной Третьяковым. После смерти мужа жила в Петербурге и занималась коллекционированием. В 1911 году Елена Андреевна преподнесла в дар императору Николаю II свое собрание картин, акварелей и гравюр, икон, луков, оружия, карт и исторических документов, иллюстрирующих военную историю России с древнейших времен. Опись собрания насчитывала около 1300 предметов. В 1912 году для хранения этих материалов было решено создать в Царском селе музей истории русских войн, построив для него специальное здание, получившее название «Палата-хранилище собрания войны России». На сооружение палаты в неорусском стиле, по древним образцам псково-новгородского зодчества, Елена Андреевна пожертвовала 200 тысяч рублей, а на ее содержание и будущее пополнение экспонатами еще 100 тысяч рублей. Здание палаты должно было гармонировать с расположенными вблизи государевыми Феодоровским собором и городком, построенным в духе русской архитектуры 17 столетия. В последующие годы Елена Андреевна продолжала пополнять на собственные средства собрания музея. После начала Первой мировой войны на пожертвования Елены Андреевны к зданию палаты пристроили галерею для хранения военных трофеев. Вступлением России в военные действия летом 1914 года частью коллекции будущего музея стали трофеи. Его экспозиция была готова к началу 1917 года, но уже в 1918 музей закрыли.